Новый год, и мы тоже постепенно начинаем готовиться. Он, сестры мои помогают мне украшать елочку. Дима, а ты каждый год традицию такую соблюдаешь? Конечно. То есть на тебе всегда ответственность за елку, правильно? Правильно. Ты и ее достаешь? Теперь на них еще. Молодец. Помогают мне. Пока мы снимаем, все, они уже практически все украсили. А в этот Новый год мы решили испечь пряники. И вот получилось у нас вот такое. И как это получилось, сейчас расскажу. Первую партию мы сделали, и получилась она ничего. И решили испечь вторую, только побольше. И видно, где-то мы ошиблись в рецепте. И у нас получилось, сами видите, что. И вывод. Следуйте рецепту. Такой у нас стол красивый. Новогодний стол готов. А бокалов нету. С Новым годом! С Новым годом! И с Новым годом поздравляю я всех участников хора. И желаю всего самого наилучшего в следующем году. Чтобы никто никогда не болел, мы больше ездили в различные поездки и получали первые места. Ура! С Новым годом! С Новым годом!